кто-то сейчас нервно курит в сторонке. Но не мы. С вами Типа СМИ. Сейчас, подождите, я сделаю вот так. Привет, друзья, с вами Типа СМИ. Мы находимся на Всероссийской бизнес-премии «Лидер года». И сегодня мы узнаем, как много нужно вложить, чтобы начать бизнес. Ну, около 10 миллионов. Более 60 миллионов. Начинал с цифры минус 26 400 рублей. Я взял в долг у родителей на закупку первой партии продукции. Нужны мозги, мне кажется, больше. Все бесплатно. Твою душу. Около полумиллиона. Надо потратить 5 лет, чтобы открыться. И еще 3 жизни, чтобы закрыться. Главное, любить то, что ты делаешь, стремиться к тому, чтобы твой бизнес развивался. И с какой срок окупаемости с бизнеса? Около полугода. Один год. У меня фактически не то, чтобы окупилось, а я уже деньги, заработанные в бизнесе, тратил снова на развитие бизнеса. Ну, немножечко удалось вытащить, но я считаю, что это бесценный опыт. Тренинг личностного роста за 1 миллион рублей. Да? Ты открываешь бизнес, то первое, о чем тебе не нужно думать, то это об этом. Ну и многое другое. Пойдемте. Где вы храните свои деньги? В банке или в банке под кроватью? Не там и не там. В банке под кроватью. Ну, в банке под кроватью это, конечно, замечательный совет, да, не буду спорить, такой момент тоже у нас есть, но в большинстве случаев это вложение непосредственно в недвижимость. Какой был самый провальный ваш проект? Провальный проект был выйти замуж 2 раза. Самый провальный я вложила около 1 миллиона. Если, например, я вам предложу плюс 10% к вашему нынешнему заработку, пойдете ли вы ко мне на это? Нет, конечно. Кто? Уже зарабатывает, никогда работать не пойдет. И шаг, постоявший в тени, никогда не будет работать на солнце. Я желаю всем предпринимателям Крыма, России быть всегда успешными, быть всегда на высоте, добиваться своих успехов. И, конечно же, мы их будем награждать как лучших на нашей премии «Лидер года». В завершение нашего репортажа я хочу вам сказать, что главное вложить в свой бизнес душу, а деньги, они придут. И вот это мы оставим, а все остальное.